Дата ледохода на реке Печора станет известна 3 апреля. Такие данные предоставляет Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В конце марта гидрологи замеряют запасы воды в снеге и могут дать прогноз по весеннему паводку. По состоянию на 20 марта средняя толщина льда на реке Печора составляет 78 сантиметров. Это ниже средней многолетней нормы на 10 сантиметров. Высота снега на льду 12 сантиметров, что тоже ниже прошлогодних показателей. Комитет гражданской обороны округа уже приступил к разработке противопаводковых мероприятий. На середину мая запланированы регулярные разведки ледовой обстановки и затороопасных участков на реках. По мере необходимости будут проводиться взрывные работы. В прошлом году заторов больших не было, поэтому взрывные работы не проводились. На боевом дежурстве в период весеннего половодья будут находиться окружные спасатели. Все они пройдут специальные тренировки и инструктажи. Кроме того, подготовлена группа в составе 6 человек, которые прошли обучение по воздушно-десантному направлению. Если возникнет чрезвычайная ситуация, эти люди с помощью вертолета смогут снять со льдины людей, терпящих бедствие.